современные технологии приглашения в бизнес. Потому что мы будем сегодня говорить о тех современных особенностях сетевого рынка, о современных технологиях, которые в современном мире эффективно работают. Что же такое приглашение в бизнес? Говоря о технологиях приглашения в бизнес, наверное же, надо разобраться с тем, что это такое. С моей точки зрения, это процесс, который состоит из трех этапов. Процесс из трех этапов. Первый этап – это поиск людей. Второй этап – это отбор людей, предварительный отбор. И третий этап – это уже передача информации этим людям. То есть вот процесс, состоящий из трех этапов. Найти человека, протестировать его, подходит он или не подходит к тому, чтобы с ним дальше беседовать. И если он предварительный тест прошел, то дальше передать ему информацию в отношении того, чем мы занимаемся. Какие возможности мы можем предложить. Именно приглашение людей в бизнес позволяет нам создавать источники стабильного дохода. Дело в том, что в этом бизнесе есть два основных типа дохода. Первый основной тип дохода – это розничная прибыль. Это разница между оптовой и розничной ценой продукции. Это могут быть достаточно приличные деньги, но, правда, для того, чтобы их зарабатывать, надо быть постоянно активным. Это могут быть приличные активные деньги. Это деньги, которые будут завязаны на нашу личную персональную активность. Если я сегодня ищу клиентов, если я сегодня продаю свой продукт, то я зарабатываю деньги. Если завтра я не стал это делать, я перестал зарабатывать деньги. Согласны с этим? Это заработок, который завязан на нашу активность. Хотя он может быть достаточно приличным. И второй вид дохода – это доход от деятельности структуры. Когда мы создаем структуру, структура делает товарооборот, и по маркетинг-плану мы получаем вот этот второй основной вид дохода. В этом втором виде дохода интересно то, что через какое-то время он может стать пассивным доходом. То есть доход, который приходит к нам вне зависимости от нашей активности. Если у нас сегодня такое настроение, что хочется понежиться в постели, отдохнуть, принять ванну, выпить чашечку кофе и посмотреть телевизор, и мы позволяем себе это сделать, в то же самое время наша структура сегодня делает товарооборот. Мы получаем в это время доход? Хотя смотрим телевизор, принимаем ванну и пьем кофе. То есть вот этот второй основной вид дохода – это доход, который является одним из видов пассивного дохода, который может являться одним из видов пассивного дохода. Вот это действительно то, что в нем интересно. А какие же возможности, финансовые возможности, дает вот этот второй вид возможного дохода? Давайте мы сейчас с вами в виде таблички посмотрим, какие возможности заложены в построении сетевой структуры. Так вот, первое правило – это личный товарооборот дистрибьютора в течение месяца в размере $100 в месяц. Возможно это или невозможно делать? Возможно ли выполнять личный товарооборот $100 в месяц? Сколько часов для этого надо? Хорошо. Мы сможем написать таким образом. 22-30 часов в месяц. Потому что у каждого циферка может быть своя, естественно. Реально ли найти 30 часов в месяц? Ну, многие люди, кстати, считают, что нереально. Поговорите со своими друзьями, знакомыми, родственниками, спросите, есть ли у них 30 свободных часов в месяц. Они вам расскажут, что им не хватает ровно 30 часов в месяц для того, чтобы все успевать. Но вопрос скорее стоит в русле того, какова мотивация, для чего найти эти 30 часов. Что я получу в результате того, что я затрачу эти 30 часов в месяц на какую-то новую для себя деятельность? Второе правило. Второе правило – это личное спонсирование одного человека в месяц. Возможно ли это сделать? Сколько часов для этого надо потратить? Очень важно оперировать количеством часов, потому что это та информация, которая интересует каждого нового дистрибьютора. Сколько времени мне надо затратить, что надо делать в течение этого времени, что я за это получу? Вот три главных вопроса, которые интересуют каждого нового дистрибьютора. Так ведь? Сколько часов в месяц надо потратить, чтобы одного человека спонсировать? Давайте примем какую-то среднюю величину, 20 часов, например.
Дело в том, что в каждом конкретном случае время будет разное, безусловно. Это зависит от уровня профессионализма, это зависит от особенностей компании, это зависит от нюансов маркетинг-плана, это зависит от стоимости вхождения в бизнес, это зависит от ряда стартовых условий. Естественно, у каждого время будет свое. Нам важно найти порядок времени, которым оперировать. 20 часов в месяц. Давайте попробуем с вами идеальную картинку составить. Не попробуем, а составим. Идеальную картинку, что же получится, если каждый дистрибьютор в нашей структуре будет выполнять вот эти два простых правила. Вы мне сказали, что эти два простых правила выполнять возможно. И посмотрим всего лишь в течение полугода, что будет происходить. Номер месяца, первая колонка. Номер месяца. Вторая колонка, количество дистрибьюторов в структуре. И третья колонка – товарооборот структуры. Что же будет происходить в первый месяц? Я пришел в этот бизнес, я подписал контракт, у меня структура есть, а я у себя не в структуре. У меня структура есть. Бизнес называется сетевой. Раз он называется сетевой, значит, у каждого человека в этом бизнесе есть сеть. Просто в тот момент, когда я подписываю контракт, я у себя в сети один. Я сам себе структура. Счастливое время, да? Ни за кого не отвечаешь. Ни о чем голова не болит. Сам себе. Счастливое детство. Так вот, в этот месяц я у себя сам. Но я беру на себя первое обязательство. Вы сказали, что это возможно делать. И делаю $100 товарооборота. Первые свои $100 в этом бизнесе. Второй месяц я нахожу одного человека. Вы сказали, что это возможно. И мы вдвоем делаем $200 товарооборота. Согласны? Третий месяц нас становится сколько? Четверо. И мы вчетвером делаем 400. На четвертый месяц нас становится 8. Мы делаем 800. На пятый нас становится 16. Мы делаем 1600. И на шестой месяц нас становится 32 человека. И мы делаем 3200. С математикой согласны? Так вот, результатом здесь для вот этого первого человека в структуре будет доход от $150 на шестой месяц. Это порядка 5% от товарооборота. Если вы возьмете эту табличку, наложите на маркетинг-план компании, с которой сотрудничаете, вы увидите, что где-то такой порядок будет цифры. У кого-то чуть больше, у кого-то значительно больше, но порядок будет такой. 150, 170, 180, от $150 личного дохода от этого товарооборота. Вот результат, то есть к чему это было делать. А теперь давайте попробуем нарисовать табличку, руководствуясь немножко другим правилом. А если спонсировать не одного человека в месяц, а двух, то что тогда получается? Первый месяц я у себя сам, те же $100 товарооборота, согласны? Второй месяц нас сколько? Нас трое. И какой товарооборот мы делаем? 300. Третий месяц 9. И товарооборот 900. Четвертый месяц. 27. 27. 2700 товарооборот. Пятый месяц. 81. Я чувствую, есть профессиональные математики. 800 товарооборота. Шестой месяц. По-моему, получилось 243. 243 человека, $24 300 товарооборота. Давайте сравним эти две замечательные таблички. Тут на шестой месяц $3000 товарооборота. Тут 24. Разница во сколько? 8 раз. Если посчитать доход вот этого спонсора, верхнего спонсора этой структуры, при вот таком раскладе
то он в шестой месяц превысит $1000. На шестой месяц бизнеса этот доход превысит $1000. Это хорошая сумма на шестой месяц. А в чем принципиальная разница между этими двумя таблицами? Здесь мы спонсировали по одному человеку в месяц, а здесь по два. Разница в одного человека в месяц. Скажите, возможно ли спонсировать не одного человека в месяц, а двух? Физически это возможно? А если это приносит не $150 на шестой месяц, а тысячу, больше $1000 на шестой месяц, появляется мотивация найти не одного, а двух человек в месяц. Достаточно ли разница в цифрах, чтобы захотелось не одного, а двух человек в месяц найти? То есть смотрите, какая занятная ситуация. Возможно найти не одного, а двух. И цифра получается очень привлекательной. Вот это тот потенциал, который заложен в технологии привлечения в бизнес. Потому что фактически на этом этапе мы как раз с вами и подходим уже вот к этому понятию технологии. А какими же технологиями пользоваться, чтобы спонсировать легко, с удовольствием, просто, не одного-двух человек, а может быть даже больше? Что кроме денег это еще может дать? Ведь очень важно не только денежная сторона вопроса. Кроме денег, это может дать еще стабильные деньги. Потому что когда мы сориентированы на продажи, можно зарабатывать хорошие деньги, но они будут нестабильными. Сегодня получилось продать, завтра не получилось. Если мы сориентированы на построение структуры, здесь гораздо больше стабильности, потому что тогда бизнес не завязан только на нас, тогда он рассредоточен на много людей. Даже если у кого-то из этих людей сегодня неудачный месяц, у кого-то он сверхудачный. Поэтому в среднем цифры все равно будут очень привлекательные. Это дает карьерный рост, это дает признание, это дает новое самоощущение, это дает возможность путешествий. У кого из вас есть желание совершить кругосветное путешествие? Хорошо, спасибо. Кто из вас знает, сколько это стоит? Кто из вас знает, по каким странам пройдет ваше кругосветное путешествие? В каких условиях, каким транспортом вы будете пользоваться, какие визы для этого надо оформить, с какими агентствами для этого надо подружиться? Вы обо всем этом уже знаете? Так если вы хотите кругосветное путешествие, почему вы это не узнаете? Ведь нет ничего проще, имея желание поехать в кругосветное путешествие, зайти в ближайшее туристическое агентство и спросить туристическое агентство, как это можно сделать. Такая мысль не посещала. Но во всяком случае, таким образом можно сориентироваться, сколько это стоит. Вы знаете, что есть мировой рекорд, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса. $200 понадобилось, чтобы совершить кругосветное путешествие. Кто из вас при большом желании может найти $200? Вы смотрите, почему вы тут? Недавно двое журналистов, российских журналистов, встретили в австралийской пустыне двух москвичей. И идут с рюкзаками, отдыхают ребята. Журналисты их спрашивают, как вы сюда попали? Они говорят, да вы знаете, так далеко отошли от Москвы, лень было возвращаться. В австралийской пустыне их нашли. Поэтому, в принципе, для того, чтобы начать кругосветное путешествие, денег там много не надо. Вопрос в том, уровни сервиса, комфорта, который мы хотим получить во время этого путешествия. То ли путешествовать автостопом, то ли путешествовать комфортным видом транспорта. То ли останавливаться под ближайшим кустиком, то ли останавливаться в хороших гостиницах. Стартовать-то можно сейчас, если в сторону юга, чем дальше, тем теплее будет. Но получим ли мы ту степень удовольствия, которую хотим получить? Согласны, что это разные будут путешествия? Чем более комфортное мы хотим путешествие, тем больше денег нам для этого надо.
сколько же денег мы хотим на свое путешествие. Для того, чтобы эти деньги к нам пришли, надо вначале хотя бы разобраться, сколько это стоит. Поверьте, что при вот таком развитии ситуации уже через год у вас будет достаточно денег для того, чтобы совершить хорошее кругосветное путешествие. Уже через год эта мечта может стать реальностью. Надо только разобраться в том, как это сделать. Может ли кругосветное путешествие быть мотивом строительства сетевой структуры? Любая мечта может быть мотивом строительства сетевой структуры. А скажите, может ли быть мотивом строительства сетевой структуры увлечение мужчины рыбалкой? Я женщинам часто задаю этот вопрос. Говорю, вы знаете мужчин рыбаков? Они говорят, да. Говорю, как вы думаете, он годится для сетевого бизнеса? Нет. У меня есть один очень хороший знакомый, серьезный сетевой лидер. Он занимается сетевым бизнесом, потому что он заядлый рыбак. У него есть мечта. Он очень хочет съездить в Австралию и половить с катера тунца. Для этого он занимается сетевым бизнесом, чтобы заработать в сетевом бизнесе на реализацию своей мечты. Любая мечта может быть мотивом для сетевого бизнеса. Надо только знать, сколько для этого надо денег, и надо составить схему того, как эти деньги здесь можно заработать. И дальше просто начать применять технологии, которые позволяют это делать. Вы помните, как женщины занимались стиркой в позапрошлом веке? Я недавно пересекал Карпаты между Ивано-Франковской и Закарпатской областью. Там есть очень красивые перевалы. Вот там одна из дорог проходит через перевал. Ну, очень красиво, действительно очень красиво. И как раз переваливая через очередную горку, я увидел, как внизу, в горной реке, женщина с тазиком стирала белье. Зашла в реку, по щиколотку в воде, белье из тазика достала и полоскает во все удовольствие. Вот это технология стирки позапрошлого века. Согласны? А в прошлом веке как это происходило? Во всяком случае, во второй половине прошлого века. А в основном это были круглые стиральные машинки. Да? Там был такой пропеллер, крутился. Сверху стояла такая отжимка. Сколько сил уходило на то, чтобы перестирать все семейное белье? Огромное количество. Как происходит стирка в этом веке, в 21-м? Сколько времени надо для того, чтобы сегодня, в 21 веке, постирать белье с помощью стиральной машины-автомат? Я полностью с вами согласен. 5 минут, чтобы заложить, 5 минут, чтобы вынуть. Мне как-то сказали 2 часа. Я говорю, вы знаете, 2 часа этот процесс занимал только тогда, когда мы купили самую первую в жизни машину-автомат с фронтальной загрузкой, потому что неделю мы телевизор не смотрели. Мы сидели напротив стиральной машины, это было так интересно, как она запускала воду, как она колошматила в одну сторону, потом в другую, потом воду сливала, потом полоскала, потом центрифугировала. 2 часа удовольствия просто. Ну, через неделю мы насмотрелись всласть и дальше вернулись к телевизору. Поэтому первую неделю это действительно занимает 2 часа, а потом занимает 10 минут. Уходит на это меньше сил? А результат, который дает такая стирка, лучше? Если сравнить качество белья, постиранного в ручной машине, и в машине-автомат, в автомате будет однозначно лучше. Согласны с этим? Занятная ситуация. Сил уходит меньше, времени уходит меньше, результат получается лучше. Почему? Использованы современные технологии, совершенно верно. Если вспомнить, то точно так же происходило во всех сферах человеческой деятельности. Например, в области связи. В позапрошлом веке надо было послать гонца. Гонец должен был донести весточку и потом принести ответ. Неделями можно было ждать ответа, который гонец нес из-за 3-9 земель. Так ведь? В прошлом веке появилась уже телеграфная телефонная связь, проводная связь. Если у тебя где-то рядом есть телеграф или телефон, то можно гонца уже не посылать. В этом веке какой связью мы пользуемся? Беспроводной, мобильной. В любой точке, где ты не находишься, ты всегда на связи.
времени, энергии забирается при этом меньше, уходит меньше, результат получаем лучше. Во всех сферах человеческой деятельности происходят эти изменения. А в сетевом бизнесе? Сетевой бизнес, во всяком случае, в сознательном виде, зародился в 20 веке. Сегодня он перешел в 21 век. Насколько изменились наши технологии? Хорошо, давайте с вами просто представим себе ситуацию. 40-е годы, Соединенные Штаты Америки. Появился сетевой бизнес. Каким образом распространялась информация о сетевом бизнесе? Из уст в уста, человека к человеку. 60-е годы, Соединенные Штаты Америки. Из уст в уста, от человека к человеку. 70-е годы, Соединенные Штаты Америки. Из уст в уста, от человека к человеку. 80-е годы, то же самое. 90-е годы, то же самое. У нас уже появился в 90-е годы сетевой бизнес. Каким образом здесь информация о нем распространялась? Из уст в уста, от человека к человеку. Пересекли вековой рубеж, пришел 21 век. Каким образом распространяется информация о сетевом бизнесе? Через гонца, короче говоря. Скажите, кто из вас хотя бы раз в жизни держал в руках DVD-диск? То есть, опять же, если говорить о современных технологиях, то скорее говорить о информационных носителях типа CD-DVD-дисков, которые в себестоимости очень доступны и которые массово используются на сегодняшний день. Практически в каждом доме сегодня уже есть техника, которая позволяет посмотреть, что находится на этом диске. Так ведь? Если не в каждом доме, то у соседей есть. Всегда есть, куда зайти, где посмотреть. В офисе есть и так дальше. Так вот, говоря о технологиях, вначале имеет смысл проговорить такой момент, как три разных рынка, на которых мы работаем. Три разных рынка, на которых мы приглашаем людей, откуда появляются люди в наших структурах. Первая разновидность рынка – это горячий рынок, так его назовем. Второй рынок – теплый. И третий рынок – холодный. Что это за три рынка? Горячий – это самые близкие наши друзья, это наши родственники, это члены нашей семьи. Самые близкие наши люди. Как правило, таких людей немножко. Их несколько человек, ну, бывает, когда очень общительный человек, большая семья, 20-30 может их быть. Но, как правило, не больше. Это очень ограниченный круг людей. Согласны с этим? Теплый рынок – это все остальные наши знакомые. Все остальные, кого мы знаем, с кем поддерживаем или не поддерживаем отношения, но они есть в наших старых записных книжках, на старых фотографиях можно найти этих людей и так дальше. Это все остальные, кого мы знаем. Таких людей сотни. С этим согласны? А холодный рынок – это те люди, которых мы на сегодняшний день еще не знаем. И таких людей сколько? Миллионы. Если широко смотреть, то миллиарды, но в принципе, если владеть только ограниченным количеством языков, например, русским, то миллионы. Потому что порядка 250 миллионов людей на планете Земля владеет русским языком. Значит, тогда можно говорить о миллионах. Скажите, есть ли разница с точки зрения вашего опыта? Как общаться между самыми близкими друзьями или с малознакомыми людьми? Есть ли разница, или мы общаемся с ними одинаково? Со знакомыми и с незнакомыми людьми. Есть разница? Давайте мы нарисуем сейчас такую чудную схемку и разберемся в том, какая же разница общения с этими тремя категориями людей. Вот этот внутренний круг, видите, он чуть больше всех остальных по размеру. Это личные отношения. Личные отношения, вокруг которых и будет выстраиваться вся остальная схема.
Какие у нас личные отношения с людьми из категории «горячий рынок»? Самые близкие, самые теплые, самые дружеские. Так ведь? Как правило, конечно. Потому что если они не близкие, не теплые, не дружеские, значит, это уже не горячий рынок. И вот мы в какой-то момент начинаем заниматься сетевым бизнесом. Мы подписали контракт с сетевой компанией, и мы приходим в первую очередь, зачастую в первую очередь, приходим именно к этим людям. Так ведь? И мы начинаем что делать? Рассказывать. Приглашать. Какие умницы. Что же они вам отвечают? А еще и советовать. Нашли кому? Угу. Это именно те люди, которые с особой теплотой и заботой нас встречают. Они нам говорят, вечно ты куда-то вступишь. Последние деньги из дому и тебя вытащила. Мало тебя дурили. Что еще теплого мы обычно слышим? Это же самые близкие наши люди. На кого же опереться, как не на них? Это первый этап. Первый этап – личные отношения. Все крутится вокруг личных отношений. Так вот, когда мы имеем дело с горячим рынком, то худшее, что можно сделать, это начать перед этими людьми выпендриваться. Вы же понимаете, мы сегодня поставили подпись под контрактом, мы же теперь большие бизнесмены. Сейчас я вам расскажу, как надо теперь жить. И я прихожу в семью и начинаю проводить презентацию. Как моя семья ко мне отнесется? Слышишь, ты бы сходил, душ принял холодный, а потом я с тобой поговорю. Когда мы имеем дело с горячим рынком, то второй этап – это угощение. Если у меня действительно теплые, дружеские, замечательные, взаимоподдерживающие отношения с людьми из категории «горячий рынок», то буду ли я перед ними выпендриваться, или я приду и угощу их тем, во что поверил сам? Неважно, что это, то ли это добавка, то ли это косметика, то ли это парфюмерия. Неважно, что это, неважно, какой это продукт. Важно, что здесь разумным, напрашивающимся является этап угощения. Так ведь? Если я пошел в магазин и купил там хорошего печенья, я захочу угостить своих друзей, знакомых, родственников. Или я буду им устраивать презентацию этого печенья? Так вот, разумным является угощение. А уже после этого третьим этапом идет показ возможностей. Вот это очень занятный, очень важный момент. Надо понимать, что есть разница между презентацией и показом возможностей. Могу ли я своим близким, друзьям, знакомым, родственникам показать возможности, не проводя им презентацию? Наша задача сейчас использовать возможности технологии 21 века. Я уверен, что у каждого из вас в тех компаниях, с которыми вы сотрудничаете, есть либо презентационный видеоролик, либо видеозапись классного лидера компании, который здорово презентует этот бизнес, либо какой-то журнал, в котором рассказано о возможностях этого бизнеса, либо буклет, либо брошюра, как вариант, книга Александра Бухтияров «Как вырваться из замкнутого круга». Есть такие, кто читал? Рассказывает она о возможностях сетевого бизнеса? Ярко, красочно, интересно? Мы можем своим друзьям, знакомым, родственникам дать такую кассету, такой диск, такую брошюру или такой буклет? Не проводить самим, потому что как только мы начинаем сами проводить, мы начинаем выпендриваться. А отдать, чтобы они сами с этим ознакомились. Если они наши друзья, родственники, хорошие знакомые, мы можем обратиться к ним с просьбой о помощи, сказать, слушай, вот попробуй, вот эта классная штука, и посмотри вот эту информацию, мне важно твое мнение. Можем сказать такую замечательную фразу?
Наши друзья, знакомые, родственники как отнесутся, когда мы захотим узнать их мнение? Положительно? Да. Положительно. Будем ли мы в этот момент проводить презентацию? Или мы ведем себя нормально, естественно, как в обычной додистрибьюторской жизни? Мы нашли что-то хорошее, мы поделились с друзьями, знакомыми, родственниками, узнаем их мнение об этом. Поэтому не удивляйтесь, когда мы начинаем портить родственные отношения, отношения в семье, отношения с друзьями, потому что просто начинаем проводить им презентации. Им не нужны наши презентации, им нужны наши отношения. А вот потом идет четвертый этап. И вот здесь зачастую важным четвертым этапом является такой этап, как встреча со спонсором. Почему имеет смысл наших друзей, знакомых, родственников вести к спонсору, а не рассказывать им самим? Потому что они от нас не услышат. У нас другой формат отношений. Неважно, он расскажет лучше или хуже. У нас другой формат отношений. Они от нас это не услышат. Когда же мы отводим к своему спонсору, для них это нейтральный человек. Мы сделали то, что должны были сделать, руководствуясь форматом наших отношений. Мы угостили, и мы дали материалы ознакомиться, чтобы узнать их мнение. А дальше для встречи мы ведем к спонсору. А ты, спонсор, замыкай круг. Налаживай свой формат отношений. Понятно? Опять все замыкается на отношения. И дальше уже выстраивай эти отношения таким образом, чтобы мои друзья, знакомые, родственники помогли мне в этом новом для меня деле. Вот главное правило работы с горячим рынком. Будь самим собой и попроси о помощи. Потому что для этих людей самым ценным является то, какие мы есть сегодня. Они с нами рядом сегодня, потому что они ценят нас сегодняшних. С теплым рынком. Таких людей много. Это гораздо менее знающие нас люди. С ними правило простое. Будь собой завтрашним. Будь собой завтрашним. Здесь будь собой и попроси о помощи, собой сегодняшним. А с теплым рынком будь собой завтрашним. Каким вы хотите быть завтра? Каким? Успешным. Чуть более успешным, чуть более обеспеченным, чуть более самодостаточным. Так ведь? Мы всегда стремимся к чему-то чуть больше, чем у нас есть. Вот это как раз и есть та категория, с которой и надо быть собой завтрашним. Если я иду на встречу с этими людьми и одену новый галстук, я его купил на завтра себе, праздники будут впереди, я подумал, что будет хорошо иметь новый галстук. А я одену его сегодня. Одену, я буду чуть лучше выглядеть. Сюда я одену свой новый костюм, сюда я приготовлю какие-то яркие истории. Может быть, они слегка преувеличенные, но это завтрашние мои истории. Мне очень нравится такое правило. Если о себе заявить сегодня, я сетевой миллионер, при условии, что вы им еще не являетесь. Понимаете, что такое сетевой миллионер? Человек, который в сетевом бизнесе заработал миллион и больше. Так вот, если о себе сегодня сказать, я сетевой миллионер, кто о себе сегодня это может сказать? А что вы не можете-то это сказать? Сказать-то вы это можете. Я же не спросил, кто является. Так вот, если себе это сегодня сказать, это будет наглая ложь. Через 3 года это будет сильное преувеличение. Через 7 это может быть правдой. Но в ситуации с теплым рынком тоже все происходит по той же схеме. Те же 4 этапа. Все крутится, опять же, вокруг личных отношений. Согласны с этим? Просто у нас немножко другой формат личных отношений. Если всех друзей, знакомых, родственников мы с удовольствием угостим нашей продукцией, можем ли мы угостить сотни просто знакомых? Можем, но пойдем по миру. Поэтому здесь, наверное, технология угощения – это не самый лучший метод. Поэтому мы здесь заменим его на такое понятие, как интрига. Интрига.
После того, как есть интрига, следующим этапом идет что? Показ возможностей. Мы можем точно так же с нашими знакомыми показывать возможности не путем собственной презентации, потому что мы можем быть к этому еще не готовы профессионально. Может не быть времени достаточно в этот момент у нас или у них. Можем ли мы это делать с помощью того же диска, кассеты, буклета или брошюры? Конечно. Конечно. Мы заинтриговали, а после этого говорим, а вот тут написано, а вот тут есть, а вот тут посмотришь, а вот тут найдешь. И потом у нас идет четвертый этап. Встреча со спонсором. Третья категория – холодный рынок. Те люди, которых мы сегодня еще не знаем. Как мы можем с ними общаться, если мы их сегодня еще не знаем? Вначале познакомиться. Поэтому первый этап точно такой же. Личные отношения. Вначале завязываются личные отношения. Пока у нас нет личных отношений, мы не можем дальше ничего делать. Мы не знаем этого человека. Откуда он возьмется в нашей жизни, если у нас нет личных отношений? Поэтому первым этапом всегда идут личные отношения. И когда мне рассказывают о том, что я так эффектно общаюсь с незнакомыми людьми, я говорю, а как ты с ними общаешься, если они тебе не знакомы? Можно общаться только со знакомыми людьми. Что мы в любом случае вначале знакомимся, а потом общаемся. Правда, смотря что называть процессом знакомства. Если я еду в метро, напротив меня сидит симпатичный человек, мы встретились глазами и улыбнулись друг другу. Мы познакомились? Вот тут вопрос в том, что называть знакомством. Я могу не знать еще, как его зовут. Я могу не знать о нем ничего. Но я уже могу знать, что он приятный человек. У вас нет таких знакомых продавщиц, у которых вы каждый день покупаете продукты и не знаете, как их зовут? Есть? Вы знакомы или не знакомы? Через какое-то. Первые разы, когда покупаете, второй, третий раз. Вы еще не знаете, как ее зовут. Но вы к ней уже каждый день ходите. И она вам уже выбирает лучший кусочек. Вы знакомы или нет? Вот как назвать, да? С одной стороны, вроде как бы нет. А вроде как бы да. Вот что называть знакомством? Вот в данном случае я слово знакомство просто заменяю личные отношения. Потому что когда мы говорим о знакомстве, то тут действительно стереотип работает. Я должен знать, как его зовут, где он живет. Ну или хотя бы чем он занимается. Поэтому мы тут заменим таким понятием, как личные отношения. Мы можем не знать, как его зовут. Мы можем не знать, чем он занимается. Мы можем не знать, где он живет. Но между нами уже сложились какие-то личные отношения. В очереди они могут завязаться. Мы понятия не имеем, что за человек рядом с нами. Сейчас, правда, очередей мало, но бывает. Бывает ситуация, я как-то в Киеве попал в такую занятную очередь, такая очень показательная. Знаете, к кому она была? К бабушке, которая продавала пирожки. Причем стояло 4 бабушки, к одной только стояла очередь. Как вы думаете, где я покупал пирожки? Там, где стояла очередь. Я без очереди не мог купить. Но почему-то они все стояли к этой бабушке. Я когда купил пирожки, я понял почему. А когда стоял в очереди, я услышал, что это все работники офисных зданий вокруг. И они каждый день в обед ходят именно к этой бабушке и покупают пирожки. Они перепробовали у всех, и они стоят в очереди именно к этой. Они каждый день встречаются в этой очереди. Никто из них не знает, как друг друга зовут, но они в очереди стоят, общаются и обсуждают новости, что кто слышал, что кто видел, что происходит, политика и так дальше. Они знакомы или нет? С точки зрения имен и фамилий они не знакомы, но отношения между ними есть? Есть. Вначале завязываются отношения, потом развивается весь остальной процесс. Какой же будет у нас второй этап с холодным рынком? Интрига. Точно такой же, согласны? Вообще сейчас увидите много общего. Третий этап – показ возможностей. Четвертый этап – встреча со спонсором. Есть что-то общее между теплым и холодным рынком? Все общее на самом деле. Потому что такое понятие, как холодный рынок,
Мы не можем на нем работать до тех пор, пока не переведем в категорию теплый. Когда переводим в категорию теплый, технологии одинаковые. То есть у нас фактически вообще с вами две технологии, ну так, если глобально посмотреть, с которыми мы работаем. Это самые близкие наши друзья, знакомые, родственники и все остальные люди. Самыми близкими мы их угощаем, показываем возможности, ведем к спонсору. С остальными мы вносим элемент интриги. Всех-то не накормишь, но только с малознакомыми людьми. Потому что когда мы начинаем заниматься интриганством в семье, ни до чего хорошего это никогда не доводит. И вот сейчас, когда мы с вами рассмотрели эту схему, давайте наполним ее содержанием, компонентами. Компонентами технологическими. То есть мы с вами сейчас пройдемся по конкретным технологическим цепочкам, которые можно использовать для того, чтобы приглашать людей в свой бизнес. Мы наиболее подробно с вами остановимся на первых двух этапах из трех этапов приглашения. Это найти человека и предварительно его протестировать, отобрать. Дело в том, что с третьим этапом все несколько проще. Он достаточно подробно описан в литературе, он есть на видеокассетах. Я дальше дам рекомендации, какие можно воспользоваться. А вот с первыми двумя этапами как раз тут есть о чем поговорить и на чем остановиться для того, чтобы наиболее полноценно и комплексно работала вся система. Так вот, первый раздел, который мы рассмотрим, это работа с горячим рынком. Самые близкие наши друзья, знакомые, родственники. Те люди, к которым в первый момент и хочется обратиться, но именно с ними, как правило, хуже всего получается. Я это совершенно точно знаю, потому что моя мама сопротивлялась моему бизнесу в течение 7 лет. 7 лет она мне рассказывала о том, что это все несерьезно, ненадежно и что все это не для меня. В течение 7 лет я ее убеждал, насколько это все серьезно, надежно и все это для меня. Через 7 лет ее сократили на ее работе. Ее сократили за год до пенсии. Она была в совершенно шоковом состоянии, потому что она понимала, что она больше никому не нужна. Ее отправили на биржу труда, где, естественно, за год до пенсии никто не трудоустроит. И потом на пенсию. А человек с огромным еще потенциалом неизрасходованным, и она осталась за бортом жизни. Несколько дней депрессии, а потом я говорю, может, это как раз твой шанс? Потому что в любом случае на бирже тебе сейчас будут платить, потом тебе дадут пенсию. Это все деньги, на которые прожить невозможно, но и умереть не умрешь. Так давай, может быть, откроем глазки теперь и посмотрим на то, как можно использовать эти возможности. А я ее до этого 7 лет угощал. Она говорит, я что-то только не пойму, как этим заниматься надо. А я в тот момент как раз готовил одну брошюрку. Я говорю, ты знаешь, мне очень важно твое мнение, о брошюрке, которую я готовлю. Почитай и расскажи мне потом, насколько тебе понравилось, не понравилось. А эта брошюрка как раз рассказывала о возможностях. Мама в депрессивном состоянии идет в поликлинику, у нее сердце стало барахлить, ну, плохо ж очень. Сидит в очереди, читает брошюрку. А там было такое место, два совета начинающему дистрибьютору. И первый совет там, пользуйтесь продукцией, ну, это есть, она накормлена, нормально. А второе написано, рассказывайте всем без исключения об этом. И она сразу же в очереди стала рассказывать о том, чем занимается сын. Из очереди возвращается, приносит готовый заказ. Я говорю, ну вот видишь, ты попробовал, у тебя получилось. Она говорит, как, это все? Говорю, да, это все. Вот это в принципе и все, что надо делать. Остальное как-то начнет выстраиваться. Поэтому, когда мы говорим о работе с горячим рынком, то у нас технология идет очень простая. Идет вначале угощение. Это мы с вами уже разобрали. Потом вторым этапом идет использование рекрутингового инструмента. Что такое рекрутинговый инструмент? То, о чем мы с вами говорили. Это может быть диск, на котором записана презентация. Это может быть кассета с видеороликом.
презентационным. Это может быть брошюра, где показаны возможности этого бизнеса. Это может быть яркий буклет с возможностями маркетинг-плана, где это описано в примерах, в историях живых людей. Рекрутинговый инструмент – что-то, что несет в себе классно поданную информацию о возможностях этого бизнеса. Мне подарили мультик о возможностях сетевого бизнеса. 15-минутный мультик. Да? То есть вот конкретный рекрутинговый инструмент. Что-то, что может человеку показать, что же такое скрыто под этим понятием сетевой бизнес. Если этот инструмент имеет привязку к вашей продукции, к вашей компании, к маркетинг-плану, шикарно. Если нет такого инструмента, можно использовать общеиндустриальные инструменты. Их сейчас тоже становится все больше и больше и больше. Индустрия развивается. Вопрос только в наличии желания найти такие инструменты. Они действительно есть. И действительно много. И чем активнее мы их используем, тем активнее мы используем новые технологии, технологии 21 века, потому что все эти инструменты, они появились как раз на рубеже 21 века, в 20 веке их просто не было. Поэтому технологии 20 века, они были завязаны на род конкретного человека, насколько хорошо гонец может передать информацию. А пришел 21 век, появилось очень много инструментов. И сейчас наша задача научиться пользоваться этими инструментами. Точно так же, как в свое время вы учились пользоваться стиральной машинкой-автоматом. Первый раз было сложно, а сейчас те, кто пользуются этим уже месяцами или годами, легко, просто на автомате это происходит. Точно так же, как первый раз воспользоваться компьютером, сложно. Второй раз легче, потом с каждым днем, потом на автомате это происходит. То же самое касается инструментов. Сложно перестроиться от презентации, которую проводил собственным ртом, до презентации, которую за тебя проводит инструмент. Но почему нужно это сделать? Если мы хотим, чтобы в наших структурах были задействованы сотни тысяч людей, а вы видите, что вот эти схемки, таблички, которые мы рисовали, они подразумевают, что каждый дистрибьютор с первого же месяца начинает приводить людей. Если мы доверяем это его рту, его презентациям, у него вряд ли это получится. Потому что, чтобы научиться проводить презентации, ему понадобится 3, 4, 5, 6 месяцев. А нам надо, чтобы система заработала, чтобы он с первого месяца начал приводить людей. А если мы активно используем инструменты, то это можно начинать делать уже с первого месяца активно. Согласны? Вот какое огромное значение играют здесь эти рекрутинговые инструменты. И дальше у нас идет информационная встреча. Информационная встреча. Это может быть встреча со спонсором 2 на 1. Это может быть домашний кружок, который проводит спонсор, и у вас есть возможность привести на него своего родственника. Это может быть какая-то презентация, которую проводит спонсор, куда вы просто приводите готового человека. Встреча. Встреча, где он слышит уже информацию от живого человека, но не от вас. Потому что формат ваших отношений другой. Это если член нашей семьи, да, мы его сразу угостили. Если это хороший друг, но мы живем не вместе, то это может быть телефонный звонок или смс-сообщение. Вы поднимали руки, что у многих мобильные телефоны есть. Они могут делать две вещи. Они могут звонить, либо они могут отправлять, принимать смс-сообщение. Когда мы совершаем такой телефонный звонок своему другу, то что мы ему говорим при этом? У нас должна быть какая-то фраза, которую мы скажем по телефону. Попросить помощь, попросить совет. Ты знаешь, мне нужен твой совет. Мне хотелось бы с тобой встретиться. Мы можем так поступить со знакомым, с родственником, с близким другом? Если это наш близкий друг или близкий родственник, откажет он нам в этой встрече? Какой он тогда друг? Если он откажет во встрече, когда нам нужен его совет и нам надо с ним встретиться. Когда мы встречаемся, что мы делаем? Совершенно верно. Угощение. Рекрутинговый инструмент. Информационная встреча. Вот самое главное, вот в этих самых близких отношениях, я еще раз хочу это повторить, это не выпендриваться. Не надо в этот момент строить из себя большого бизнесмена. Все равно не поверят. В этот момент надо обратиться с просьбой о помощи. Надо узнать мнение нашего близкого друга, что он об этом
думает. Для того, чтобы он об этом что-то подумал, ему надо с этой информацией познакомить, дать ему эти рекрутинговые инструменты, чтобы он ознакомился. И после этого устроить ему встречу с компетентным человеком. Это то, что касается горячего рынка. Переходим на теплый рынок. Сейчас, когда мы эти технологические цепочки с вами будем рассматривать, важно суть понять, принцип. Вы потом сможете выстроить своих десятки, сотни цепочек. Важно вначале понять принцип. Поэтому будем рассматривать наиболее эффективные из них. И говоря о теплом рынке, я вам предложу такую цепочку. Телефонный звонок или СМС. Рекрутинговый инструмент. Информационная встреча. Вот очень простая, активно используемая технологическая цепочка. Когда все начинается с телефонного звонка, заканчивается информационной встречей. На каком этапе здесь самая большая проблема? На первом, на этапе звонка. Потому что в тот момент, когда мы звоним, нам с одной стороны надо ему что-то сказать, с другой стороны ничего не сказать. Потому что если мы начнем говорить по телефону, он наверняка сразу откажется. И вот что же в этой ситуации нам делать? Интрига. Помните, интрига? Личные отношения у нас есть. Надо найти вот ту самую интригу. Только штука в том, что если мы начинаем эту интригу делать по телефону, то, как правило, мы нарываемся на цепочку встречных вопросов. Мы говорим, слушай, тебя интересует 10 тысяч в следующем году? А что? А как? А чего? Рассказывай сразу. Есть технология 21 века. В 20 веке эта технология у нас не была так распространена. В 21 она широко распространена. Это технология СМС-сообщений. Поднимите руки, кто из вас пользуется СМС-сообщениями. Умеет ими пользоваться. Очень много людей таких. Можно предположить, что ваши знакомые тоже знакомы с этой технологией. А если мы вместо того, чтобы звонить, отправляем СМС-сообщение. И в СМС-сообщение закладываем интригу. Тебя интересует? Тебе хочется? Ты заинтересован? Хочешь узнать как? И так дальше. То мы с вами тогда действуем по очень интересной схеме. Во-первых, те, кто не хотят, они отсеиваются сами собой, они просто не отвечают на СМС-сообщение. Те, кто хотят, как правило, присылают ответное сообщение с вопросом. Что, где, как, каким образом. Все, что нам надо в этот момент сделать, это следующим сообщением назначить встречу. Где мы встречаемся? Под градусником. Да? Под градусником в 15 часов. Что мы делаем под градусником? Мы под градусником отдаем рекрутинговый инструмент. Мы не проводим презентацию под градусником. Мы ничего не рассказываем под градусником. Мы под градусником с ним встречаемся, говорим, ты знаешь, вот здесь ты все найдешь. Вот с этим ознакомься, послезавтра мы с тобой встретимся для того, чтобы обсудить это более подробно. Я тебя познакомлю со следующим компетентным человеком, если ты в этом будешь заинтересован. Бывает так, что мы встречаемся со своими друзьями без всякого предварительного звонка, просто в городе. Пробегали мимо, увидели знакомое лицо, вспомнили, работали когда-то вместе. Вот типичная ситуация. Встреча, рекрутинговая фраза. Рекрутинговый инструмент. Информационная встреча. Рекрутинговая фраза 100% завязана на те возможности, которые дает этот бизнес. Давайте их перечислим. Какие возможности дает этот бизнес? Сколько может быть через полгода, если вот по этой схеме мы двигаемся? $150 в месяц. А если по этой схеме двигаемся? $1000 в месяц через 6 месяцев. Одно из СМС-сообщений, которым я начинал пользоваться, когда стал активно использовать вот эту технологию, без телефонных звонков. Я вообще их разлюбил в последнее время, потому что огромное количество времени уходит и совершенно неадекватный результат. Гораздо проще отправить СМС-ку.
Так вот, одна из смс, которой я пользовался, она звучала таким образом. Хочешь иметь дополнительный доход? Хочешь в следующем году иметь дополнительный доход от 7 тысяч гривен в месяц? Дополнительный доход от 7 тысяч – это нормально. Дополнительный. В следующем году. В августе месяце я начал отправлять эти смс-ки, и в августе месяце там звучало «в следующем году». То есть подразумевалось, что какое-то время, может быть, его не будет, но в следующем году он уже у тебя появится. То есть это через год, и хвостик, около года. Моя статистика показала следующее. 60% людей положительно реагировали на это сообщение из тех, кто от меня получал этот текст. При этом все эти люди знали, чем я занимаюсь. Я не отправлял незнакомым людям. Они все знали, чем я занимаюсь. 60% из них реагировали положительно. Рекрутинговая фраза. Когда мы встречаем человека, пробегая на улице, вдруг видим его родного, близкого, мы уже не помним, как его зовут, честно говоря, но знаем, что человек хороший. Что мы ему можем сказать? Что мы обычно говорим в таких ситуациях? Привет, как дела? Он говорит, так как всегда. Чем занимаешься? Да ты ж помнишь, тем и занимаюсь. Тут нам что надо? Тут нужна интрига. Интрига тут нужна. Надо, чтобы он захотел узнать. Не чтобы мы ему захотели рассказать, мы-то хотим. Чтобы он захотел узнать, чем же мы занимаемся. Я вам давал, кстати, один из вариантов подсказки. Вот как раз сейчас, в данный момент, сегодня, ищу людей, которых интересует в следующем году дополнительный доход 20-30 тысяч гривен. Как вы думаете, какая будет реакция? Я вам расскажу сейчас один из вариантов реакции. Мы переехали в Мукачево, купили там квартиру, оказалось, что мы в одном тамбуре попали с еще одними сетевиками. Причем моя соседка, она больше рассматривает этот бизнес или пользуется этим бизнесом как возможностью дополнительного заработка на продажах, на рознице. Она строит структуру, но это не в таком большом объеме, как бы получается, по сравнению с тем, что она зарабатывает на рознице. И вот я смотрел на это, все-таки же соседка, я же за нее переживаю, сердце кровью обливается, что ж не по тому пути явно идет. И вот я собираюсь проводить семинар в Закарпатье, в городе в 60 километрах от Мукачева, от того места, где мы живем. В четверг вечером я к ней захожу. Она на кухне там что-то варит, парит, готовит ужин для семьи. Я захожу, присаживаюсь, говорю, Таня, скажи, тебя интересует дополнительный доход в следующем году? 1030. Она говорит, 1030 интересует. Я говорю, послезавтра я буду проводить семинар, ты там можешь узнать, как в следующем году дополнительно 1030 заработать. Послезавтра это была суббота. Она говорит, ты знаешь, я вообще-то собиралась на дачу поехать. Стандартный ответ? Да. Я говорю, ты для себя реши, что для тебя важнее? Дача в эту субботу или 30 тысяч в следующем году? Как вы думаете, где она была в субботу? Она была на семинаре в 60 километрах. От того места, где мы находились, причем для того, чтобы войти на семинар, она еще деньги заплатила. Мы живем на одной лестничной клетке. Она что, меня на кухне послушать не могла? А я просто на кухне об этом не рассказываю. О таких деньгах на кухне не говорят. Встретимся на семинаре, там поговорим. Это была интрига? Да. Знаете, что она мне сказала после семинара? Она говорит, слушай, спасибо. Я наконец-то увидела и поняла. Она могла этот день провести на даче. Это ее право. И не увидеть, и не понять. Вопрос в том,
Нашли ли мы эту нотку? Нашли ли мы эту интригу? В чем она может быть? В том, какие возможности на самом деле предоставляет этот бизнес. Дело в том, что рубеж веков переломился, а стереотипы взглядов на сетевой бизнес остались на уровне прошлого века, когда он к нам пришел. Когда он к нам пришел в 90-х годах, люди были рады любому небольшому дополнительному заработку. И хватались за любую дополнительную возможность. Так ведь? Сегодня можно легко найти работу, которая приносит 200, 300, 400, 500, 800 долларов в месяц. Зачем мне заниматься каким-то бизнесом, если я могу за 200 долларов сидеть вовсе и ничего не делать? За 400 долларов я могу начать чего-то делать. За 800 я уже буду делать хорошо. Но я буду делать привычные для себя вещи. А приходя в этот бизнес, я начинаю делать непривычные для себя вещи. Значит, мне себя где-то надо переломить, где-то надо в чем-то себе отказать и так дальше. Чему-то дополнительному учиться. Есть ли у меня мотив за небольшие деньги чему-то учиться? Нет мотива. А прийти за год начать зарабатывать на тысячи долларов больше? Готов ли я тогда чему-то научиться? Тогда уже да. А через год позволить себе кругосветное путешествие? Готов ли я тогда год в чем-то себе отказать? Чему-то научиться и заняться какой-то новой для себя деятельностью? Может ли это быть мотивом? Чем занимаешься? Ищу людей, которые через год хотят поехать в кругосветное путешествие. Может ли эта фраза быть рекрутинговой? Она является достаточно интригующей? Я когда спрашивал вас в отношении того, кто из вас заинтересован в кругосветном путешествии, почти все подняли руки. Такая же ситуация среди наших знакомых. Почти все хотят кругосветное путешествие. Никто не задумывается, сколько это стоит и когда это можно сделать. А если предложить это через год? Есть ли мотив узнать, как через год можно поехать в кругосветное путешествие? Очень интересная технология в отношении SMS-сообщений и рекрутинговых инструментов, если ваши знакомые в другом городе. Если есть знакомые в другом городе, поднимите, у кого есть такие знакомые. Замечательно, очень у многих есть знакомые в других городах. Можно туда позвонить по телефону, так ведь? Можно ли по телефону что-то объяснить? Нет. Потраченные деньги и никакого результата, так ведь? А интересно создавать структуру в другом городе? Интересно. А можем ли мы знакомому в другой город отправить рекрутинговое смс-сообщение? А он нам пишет: хочу, интересно. Можем ли мы потом пойти на почту и отправить ему рекрутинговый инструмент почтой? Можем? Можем. А после того, как он ознакомился с этой информацией и говорит, что он серьезно заинтересован в том, чтобы заняться этим бизнесом в своем городе, будет ли иметь смысл съездить туда вместе со спонсором? Конечно. Выезд со спонсором. Но если вы спонсору просто скажете о том, что у вас есть знакомый в другом городе, давай туда съездим, то это зачастую будет просто даром потраченное время. А если это будет человек, который уже ознакомился с информацией и который заинтересован развивать этот бизнес на основе той информации, которую получил, будет ли спонсор рад с вами туда съездить? Конечно, да. То есть если мы качественно отрабатываем эти цепочки, мы на выходе получаем качественный результат. Бывает так, что в вашей структуре, в вашей компании проходит какое-то массовое мероприятие. Бывает так? Еще одна технологическая цепочка. СМС или телефонный звонок. Задача их какая? Пригласить людей на это мероприятие. Так ведь? То есть в них будет содержаться рекрутинговая фраза. Понятно, какая это может быть фраза? Интересно узнать, как через год заработать 4000 долларов. Дополнительно.
Интересно через год поехать на Карибские острова? Хочешь через год поехать на Карибские острова? Он пишет «хочу». А вы ему дальше отправляете смс-ку с приглашением на мероприятие. И после этого идет информационная встреча. Смотрите, во всех этих цепочках в конце везде обязательно идет информационная встреча. Невозможно этот бизнес сделать, не посмотрев в глаза человеку, не выяснив его конкретные потребности, не проконтактировав с ним лично. Этот бизнес сделать невозможно. Но в конце, когда идет эта встреча, ее имеет смысл проводить, человек уже действительно заинтересован в этом бизнесе. Будет ли такое, что после того, как мы своих родственников поугощаем и дадим им материалы, часть из них скажет: «Ну ты даешь, от тебя я не ожидала, что ты тоже влипнешь». Будет такое. Имеет ли смысл их вести сейчас на встречу со спонсором? Нет, конечно. Будет ли такое, что после того, как мы отослали смс-ки и дали нашим малознакомым рекрутинговые инструменты, то они сказали: «Слушай, меня это не интересует». Будет такое. Имеет ли смысл их тогда вести на встречу со спонсором? Нет, конечно. Когда мы встречу ставим последним этапом, то тогда мы эффективно расходуем свое время, и мы эффективно расходуем время спонсора. Но очень часто происходит обратная ситуация, когда вот эти информационные встречи идут первым этапом. Мы только встретили человека. «Слушай, присядь, сейчас я тебе расскажу». Час мы рассказываем, через час что мы слышим? «Я от тебя такого не ожидала». Зачем потрачен час? Час потрачен просто потому, что мы начали не с той стороны. Вот она схема. Вот схема, по которой мы идем. Есть отношения в начале угощения или интрига. Если это прошло, дальше показываем возможности с помощью инструментов. Вот тут везде у нас работают инструменты. Не мы работаем, а работают инструменты. Помните, мы вначале говорили, технологии, процесс. Нахождение человека. Откуда они берутся? Самые близкие друзья, знакомые. Это процесс нахождения. Мы их знаем, где найти. Просто знакомые. И остальные люди, с которыми мы знакомимся. Вот процесс нахождения. Их много вокруг нас. Вы сами говорили, их тут миллионы, с которыми мы можем знакомиться. Их огромнейшее количество. Процесс нахождения прост. Второе. Предварительный отбор. Наши инструменты позволяют их предварительно отобрать. Не путем того, что мы потратим 40 минут, час или полтора часа своего драгоценного времени, а путем того, что мы используем наши инструменты для того, чтобы они произвели предварительный отбор за нас. Таким образом, мы экономим огромное количество времени, силы и энергии. Ручная стиральная машинка или машинка-автомат? Когда вы сразу проводите презентацию, когда вы сразу проводите встречу, это ручная стиральная машинка. То вы сразу включили. В это время можно использовать инструменты 21 века. Машинку-автомат. Мы ее включили и ушли смотреть телевизор. Так ведь? Вернулись и вынули белье. Мы отдали инструмент и занимаемся своими делами. Потом встретили, чтобы инструмент забрать, белье вынуть. И узнаем мнение. Ну как, посмотрел? Посмотрел, не интересует. Я тебе очень благодарен, что ты посмотрел. Теперь ты знаешь, что я этим занимаешься, заинтересует, знаешь, как меня найти. Посмотрел, не посмотрел. Я очень тебе благодарен, что ты не посмотрел, во всяком случае не испортил. Верни назад, мне это самому очень надо. И будет какая-то часть людей, которые скажут: «Да, посмотрел». Интересно? Вообще-то интересно. Вот этих людей мы уже ведем к спонсору. Есть несколько технологий работы на холодном рынке. Например, выйти в метро, раздавать листовки. Есть такие любители? Дело в том, что есть несколько чудесных примеров того, когда это дает, правда, классные результаты. Правда, надо помнить,
что все эти примеры, они всегда завязаны на действительно массовый процесс. Например, я знаю пример одного очень серьезного сетевика, очень обеспеченного человека, очень успешного в сетевом бизнесе. Первый месяц, когда он пришел в сетевой бизнес, он раздал в метро 50 тысяч листовок. Дальше просто сработала статистика. Он каждый день проводил массовые презентации и каждый день раздавал огромное количество листовок. 50 тысяч листовок было раздано за месяц. Каждый день проходили массовые презентации. За месяц он заложил такой фундамент в свою структуру, что на второй год ее товарооборот уже превышал 200 тысяч долларов в месяц. Эта вся база была заложена за один месяц работы. Но правда вот таким вот количеством. Как-то я встретил в Киеве очень интересную семейную пару, очень эффективную и эффектную семейную пару сетевиков. Они сами были с Урала. На Урале они построили организацию, которая уже в тот момент давала товарооборот больше миллиона в месяц. Больше миллиона долларов в год, извините. Их организация делает товарооборот. И они приехали строить структуру в Киев. Что они сделали в Киеве? Это тоже точно такая же технологическая цепочка, да? Объявление, презентация, дальше индивидуальная встреча. А вот эта пара сделала следующее. Она во все возможные газеты дала объявление информации о возможностях сотрудничества, о возможностях бизнеса. Есть у нас любители давать объявления? Есть. Так вот, они дали объявление во все возможные газеты и давали каждую неделю. То есть постоянно много объявлений на них работало. И все эти объявления были завязаны на один номер телефона. На этот номер телефона они поставили автоответчик. На автоответчик была записана информация. Та же самая технологическая цепочка, да? Объявление, автоответчик. На автоответчике была записана информация, где и во сколько проходит презентация. И каждый день они проводили массовые презентации. То есть все люди по объявлениям попадали на автоответчик, они не тратили время на то, чтобы беседовать с каждым, потому что это нецелесообразно. Человек, который звонит по объявлению, все равно ничего путного не спросит и ничего путного не услышит. Они были завязаны просто на автоответчик. Автоответчик рассказывал, где и когда будет проходить встреча, на которой они получат информацию по поводу этих возможностей. Все эти люди приходили на массовую презентацию. 2 месяца они таким образом поработали в Киеве. За 2 месяца была построена практически такая же организация, как на Урале. То есть это точно такие же технологические цепочки, которые также эффективно могут работать с холодным рынком. Вопрос в том, что работа с холодным рынком – это всегда очень массовый процесс должен быть. Я знаю историю 2 замечательных девушек, которые жили в небольшом городе. Город несколько десятков тысяч населения. И когда занялись они сетевым бизнесом, они захотели больших возможностей, сразу реализовать большие возможности. И они приехали в мегаполис. И вот они в течение 2 месяцев каждый день с утра до вечера проводили анкетирование во всех подряд жилых домах. Просто они планомерно день за днем это делали. Заходили в подъезд, поднимались на верхний этаж и пошли. Заходили в следующий на верхний этаж и пошли. Через 4 месяца я видел зал, который собрался на учебное мероприятие. Это был зал больше 1000 человек, и это были уже не просто потребители. Это были реальные активные дистрибьюторы, которые пришли на встречу с вышестоящим спонсором. Это был иностранец, который приехал для того, чтобы проводить этот семинар в этой структуре. На 4-й месяц больше 1000 человек, полный зал дистрибьюторов. Это тоже технологическая цепочка. Но работа с холодным рынком всегда дает результаты только в больших масштабах. Вот в чем принципиальная разница. Работа с теплым рынком, с горячим рынком, тут в небольших количествах мы можем получить значимый результат. Есть такое понятие, как аванс доверия. Эти люди нас знают, поэтому, зная нас, они доверяют той информации, которая от нас идет. Либо же можно получить значительные результаты и при работе с холодным рынком. Но объемы деятельности должны быть совершенно другие. Что будет, если не приглашать людей в бизнес? Есть чудная картинка, которая мне очень нравится. Я ее называю «стаканчики».
Эта картинка четко показывает, что происходит в нашей структуре во время приглашения людей в бизнес. Первый стаканчик – это люди, которых мы знакомим с возможностями этого бизнеса. Те люди, которым мы даем информацию об этом бизнесе. Постепенно он наполняется, и капельки начинают перетекать во второй стаканчик. Это те, кто подписал соглашение. Это проинформированные. Это подписавшиеся. Постепенно этот стаканчик наполняется, и капельки начинают перетекать в следующий стаканчик. Это те, кто сделал первый квалификационный уровень. Это как-то называется в ваших компаниях. Есть первая ступенечка, на которую можно подняться по маркетинг-плану, надо выполнить какие-то условия. Они туда поднялись. Постепенно этот стаканчик наполняется, люди переходят на второй уровень, на третий и так дальше. При каком условии весь этот процесс будет работать? При условии того, что в первый стаканчик постоянно поступают новые люди. При условии того, что есть постоянно люди, которых мы информируем, которым мы даем информацию о том, чем мы занимаемся, какие возможности есть в этом бизнесе. Предположим ситуацию, что мы перестали в первый стаканчик наполнять водичкой, наполнять капельками, перестали людей информировать об этом бизнесе, знакомить их с возможностями этого бизнеса. Что будет происходить во всей системе? Вначале процесс остановится. Потом эта водичка, которая постоит без движения, начнет плохо пахнуть. Это так всегда происходит в структуре, когда перестают приходить новые люди. Тут начинает плохо пахнуть. Начинаются терки, какие-то претензии, какие-то недовольства. Плохо пахнет. Потом на этих стеночках начинает осадок появляться такой. А потом это все вообще пересыхает. Вот что происходит в системе, когда перестают новые капельки попадать в первый стаканчик. Точно так же в сетевой структуре все происходит. Точно так же. Запах появляется. Муть появляется, осадок пересыхает и одна гадость только. При условии того, что водичка не течет. Пока водичка течет все время, есть наполнение всей системы, тут может быть четвертый уровень, пятый, шестой, неограниченное количество квалификаций. Но при одном единственном условии, в первый стаканчик постоянно поступает водичка. Вот почему важно, чтобы процесс приглашения людей в структуру работал на постоянной основе. Что это дает? Давайте еще одну табличку с вами нарисуем. Это завершающая табличка нашей сегодняшней встречи. А давайте посмотрим, что будет происходить, если не двух человек мы будем в течение месяца спонсировать, а трех. Номер месяца. Количество дистрибьюторов, товарооборот. Первый месяц я у себя сам. Мой товарооборот 100. Второй месяц у нас появляется сколько? Если троих я спонсировал, 4. Наш товарооборот 400. Третий месяц. 16. 1600. Четвертый месяц. 64. 64. Ничего себе, да? Пятый месяц. 256. 25600 товарооборот. Шестой месяц. 1024 человека. 402 400 долларов товарооборота и личный доход верхнего спонсора этой структуры более 5000 долларов. Сравним эти две таблички. В чем разница? Тут было по 2 человека в месяц, там стало по 3. Разница в одного человека, согласны? В одного дополнительного человека в месяц. А какая разница получается в денежку? А какая разница получается
в количестве людей в структуре, в товарообороте. Занятная математика. Вот это тот потенциал, который лежит в системе постоянного приглашения людей в структуру. 3 капельки в месяц капнуло у каждого, а через полгода больше $5000 личного дохода. Занятная математика. Имеет ли смысл эту математику использовать? Безусловно, да. Математика настолько занятная, что находится и 30 часов в неделю, в месяц, и 40, и даже 60 можно найти, это всего-навсего по 2 часа в день, для того, чтобы эта математика стала реальностью. Да, это действительно возможно. Да, эти возможности в сетевом бизнесе действительно заложены. Этот процесс лучше продолжать. И я обещал вам, что я посоветую несколько книг, которые в этом могут помочь. Есть книги, Сергей Крутиков, их автор, их две, Сергей Крутиков, их две, одна называется «Как пригласить знакомого на встречу», вторая называется «Как провести информационную встречу». Они вот в такой связочке идут, они как раз этой теме посвящены. Помните, я говорил, что мы первый и второй этап подробно рассмотрим, третий есть описанный. Как провести информационную встречу? Есть очень хорошая видеокассета Сергея Зыкина, называется она «Приглашение в бизнес». Дело в том, что там очень подробно как раз третий этап расписан. Третий этап показан, из каких моментов он состоит, технология проведения вот этой встречи, непосредственно встречи приглашения в бизнес. Должен сделать еще такую оговорочку, что, естественно, самой системы приглашения в бизнес недостаточно, чтобы вот этот весь процесс работал. Их 3 системы. Одна система – это система привлечения, мы сегодня с вами об этом говорили. Вторая система – это система закрепления людей в бизнесе. И третья система – это система развития дистрибьютора в этом бизнесе. Их 3 для того, чтобы комплексно тогда работал весь процесс. Привлечь человека, сохранить, закрепить его в этом бизнесе и развить его. Вот тогда действительно будет результат. Есть 2 книжки, которые я очень люблю и всегда рекомендую в отношении первых книжек для каждого нового дистрибьютора, потому что вот эта система, она завязана еще и на то, что как только человек в нашей структуре появляется, мы сразу же должны начать его учить. Вот эти 2 книжки на стартовом этапе очень помогают. Это книга Валентина Ковалева «Мечты и цели», которая как раз классно помогает разобраться с тем, что ты в этом бизнесе для себя найдешь, для чего он тебе нужен. И 2-я книга – это Игорь Сидоров «Список знакомых». Это с кем ты этот бизнес будешь делать. Есть у меня такое внутреннее понятие – идеальная сетевая литература. Я в это вкладываю небольшие брошюрки, которые можно взять с собой в транспорт, прочитать на ходу и тут же начать использовать. Вот как раз «Мечты и цели» и «Список знакомых» – это из этой категории. Правда, при этом необходимо помнить слова, которые сказал основатель фирмы «Макдональдс» Рэй Крок. Есть такой замечательный американский, наверное, мультимиллиардер, правильно даже будет сказать. Так вот он когда-то сказал такие замечательные слова. Он сказал, что только действия приведут вас к успеху.
современные технологии приглашения в бизнес. Потому что мы будем сегодня говорить о тех современных особенностях сетевого рынка, о современных технологиях, которые в современном мире эффективно работают. Что же такое приглашение в бизнес? Говоря о технологиях приглашения в бизнес, наверное же, надо разобраться с тем, что это такое. С моей точки зрения, это процесс, который состоит из трех этапов. Процесс из трех этапов. Первый этап – это поиск людей. Второй этап – это отбор людей, предварительный отбор. И третий этап – это уже передача информации этим людям. То есть вот процесс, состоящий из трех этапов. Найти человека, протестировать его, подходит он или не подходит к тому, чтобы с ним дальше беседовать. И если он предварительный тест прошел, то дальше передать ему информацию в отношении того, чем мы занимаемся. Какие возможности мы можем предложить. Именно приглашение людей в бизнес позволяет нам создавать источники стабильного дохода. Дело в том, что в этом бизнесе есть два основных типа дохода. Первый основной тип дохода – это розничная прибыль. Это разница между оптовой и розничной ценой продукции. Это могут быть достаточно приличные деньги, но, правда, для того, чтобы их зарабатывать, надо быть постоянно активным. Это могут быть приличные активные деньги. Это деньги, которые будут завязаны на нашу личную персональную активность. Если я сегодня ищу клиентов, если я сегодня продаю свой продукт, то я зарабатываю деньги. Если завтра я не стал это делать, я перестал зарабатывать деньги. Согласны с этим? Это заработок, который завязан на нашу активность. Хотя он может быть достаточно приличным. И второй вид дохода – это доход от деятельности структуры. Когда мы создаем структуру, структура делает товарооборот, и по маркетинг-плану мы получаем вот этот второй основной вид дохода. В этом втором виде дохода интересно то, что через какое-то время он может стать пассивным доходом. То есть доход, который приходит к нам вне зависимости от нашей активности. Если у нас сегодня такое настроение, что хочется понежиться в постели, отдохнуть, принять ванну, выпить чашечку кофе и посмотреть телевизор, и мы позволяем себе это сделать, в то же самое время наша структура сегодня делает товарооборот. Мы получаем в это время доход, хотя смотрим телевизор, принимаем ванну и пьем кофе. То есть вот этот второй основной вид дохода – это доход, который является одним из видов пассивного дохода, который может являться одним из видов пассивного дохода. Вот это действительно то, что в нем интересно. А какие же возможности, финансовые возможности, дает вот этот второй вид возможного дохода? Давайте мы сейчас с вами в виде таблички посмотрим, какие возможности заложены в построении сетевой структуры. Так вот, первое правило – это личный товарооборот дистрибьютора в течение месяца – в размере $100 в месяц. Возможно это или невозможно делать? Возможно ли выполнять личный товарооборот $100 в месяц? Сколько часов для этого надо? Хорошо. Мы сможем написать таким образом. 22-30 часов в месяц. Потому что у каждого циферка может быть своя, естественно. Реально ли найти 30 часов в месяц? Ну, многие люди, кстати, считают, что нереально. Поговорите со своими друзьями, знакомыми, родственниками, спросите, есть ли у них 30 свободных часов в месяц. Они вам расскажут, что им не хватает ровно 30 часов в месяц для того, чтобы все успевать. Но вопрос скорее стоит в русле того, какова мотивация, для чего найти эти 30 часов. Что я получу в результате того, что я затрачу эти 30 часов в месяц на какую-то новую для себя деятельность? Второе правило. Второе правило – это личное спонсирование одного человека в месяц. Возможно ли это сделать? Сколько часов для этого надо потратить? Очень важно оперировать количеством часов, потому что это то… Та информация, которая интересует каждого нового дистрибьютора. Сколько времени мне надо затратить, что надо делать в течение этого времени, что я за это получу. Вот три главных вопроса, которые интересуют каждого нового дистрибьютора. Так ведь? Сколько часов в месяц надо потратить, чтобы одного человека спонсировать? Давайте примем какую-то среднюю величину, 20 часов, например.
Дело в том, что в каждом конкретном случае время будет разное, безусловно. Это зависит от уровня профессионализма, это зависит от особенностей компании, это зависит от нюансов маркетинг-плана, это зависит от стоимости вхождения в бизнес, это зависит от ряда стартовых условий. Естественно, у каждого время будет свое. Нам важно найти порядок времени, которым оперировать. 20 часов в месяц. Давайте попробуем с вами идеальную картинку составить. Не попробуем, а составим. Идеальную картинку, что же получится, если каждый дистрибьютор в нашей структуре будет выполнять вот эти два простых правила. Вы мне сказали, что эти два простых правила выполнять возможно. И посмотрим всего лишь в течение полугода, что будет происходить. Номер месяца, первая колонка. Номер месяца. Вторая колонка, количество дистрибьюторов в структуре. И третья колонка – товарооборот структуры. Что же будет происходить в первый месяц? Я пришел в этот бизнес, я подписал контракт, у меня структура есть, а я у себя не в структуре. У меня структура есть. Бизнес называется сетевой. Раз он называется сетевой, значит, у каждого человека в этом бизнесе есть сеть. Просто в тот момент, когда я подписываю контракт, я у себя в сети один. Я сам себе структура. Счастливое время, да? Ни за кого не отвечаешь. Ни о чем голова не болит. Сам себе. Счастливое детство. Так вот, в этот месяц я у себя сам. Но я беру на себя первое обязательство. Вы сказали, что это возможно делать. И делаю $100 товарооборота. Первые свои $100 в этом бизнесе. Второй месяц я нахожу одного человека. Вы сказали, что это возможно. И мы вдвоем делаем $200 товарооборота. Согласны? Третий месяц нас становится сколько? Четверо. И мы вчетвером делаем 400. На четвертый месяц нас становится 8. Мы делаем 800. На пятый нас становится 16. Мы делаем 1600. И на шестой месяц нас становится 32 человека. И мы делаем 3200. С математикой согласны? Так вот, результатом здесь для вот этого первого человека в структуре будет доход от $150 на шестой месяц. Это порядка 5% от товарооборота. Если вы возьмете эту табличку, наложите на маркетинг-план компании, с которой сотрудничаете, вы увидите, что где-то такой порядок будет цифры. У кого-то чуть больше, у кого-то значительно больше, но порядок будет такой. 150, 170, 180, от $150 личного дохода от этого товарооборота. Вот результат, то есть к чему это было делать. А теперь давайте попробуем нарисовать табличку, руководствуясь немножко другим правилом. А если спонсировать не одного человека в месяц, а двух, то что тогда получается? Первый месяц я у себя сам. Те же $100 товарооборота. Согласны? Второй месяц. Нас сколько? Нас трое. И какой товарооборот мы делаем? 300. Третий месяц. 9. И товарооборот 900. Четвертый месяц. 27. 27. 2700 товарооборот. Пятый месяц. 81. Я чувствую, есть профессиональные математики.